Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинают прямую трансляцию матча третьего тура высшего дивизиона Северной лиги. «Голшарк Штурм» сегодня воскресным вечером играют на Флотской. Но это поединок команд середняков чемпионата. Команд, которые, может быть, будут бороться, будут являться одним из претендентов на место в первой восьмерке. На самом деле, начало чемпионата интересно и хорошо как раз тем, что мы в действительности не знаем возможности соперников, как в итоге команды выступят. Пока можно говорить только о задачах, об амбициях. Но в любом случае, в этом сезоне на севере достаточно широк круг претендентов, вот эта группа середняков, как раз претендентов на попадание в главную, в элитную группу второго этапа. И сегодняшние соперники, ну так, по первым результатам чемпионата, команды провели 3 игры на двоих уже в этом сезоне, показывают, что в принципе способны побороться, по крайней мере, навязать борьбу тем командам, которые принято считать грандами или около грандов находящихся. Поэтому давайте следить за игрой и, может быть, после этого сделаем какие-то выводы, основанные на наблюдениях. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский, главный арбитр сегодняшней встречи Владимир Коржевский. Игра началась, и уже первая минута позади. «Голшарк» в желто-черной форме, «Штурм» в фиолетовой, фиалковый, как принято называть цвет клуба «Фиорентина». Ну и сейчас по составам давайте пробежимся. У «Голшарка» в воротах Игорь Камоликов, номер один. Два защитника: Андрей Тутуев, пятый, Кирилл Болдырев, 14. В опорной зоне Даниил Горовых под 13 номером. На флангах действуют Роман Трофимкин, 7, и Егор Васильев, 88. Под нападающим Иван Симаков, номер 16. И впереди Максим Буров, номер 8. У «Штурма» в воротах Андрей Тихонов, номер 1. Три защитника: слева направо Рамиль Гайнединов, 4, Александр Комаров, 77, Николай Портных, 16. В центре поля Артем Зайцев, номер 9. По краям атаки Эдуард Налбандян, номер 12, и Андрей Кузнецов, номер 11. Впереди Максим Ильин, 10 номер. У «Штурма», наверное, оптимальный состав. И он во многом повторяет прошлогодний, за исключением одной такой детали. Андрей Тыняный, который играл в «Штурме» в прошлом сезоне, во второй части чемпионата, в этом году выступает за «Динамо». Он уже забивает, он потихонечку вливается в коллектив и становится одним из таких важных игроков для бело-голубых. Ну, а «Штурму» дальше продолжать без него. У «Штурма», в принципе, есть футболисты, которые способны играть, способны решать задачи. Про «Голшарк» говорить не стоит. Команда в прошлом сезоне довольно успешно выступила. 9 место заняла и в верхней части турнирной таблицы сезон закончила таким образом, причем с отрывом достаточно большим от восьмерки, но в восьмерке произошли определенные изменения. Мы уже говорили о том, что снялся с турнира «Терминатор». Есть определенные кадровые игровые проблемы у «Беды» и «Азимута» на старте чемпионата. Поэтому, в принципе, для поступательного движения наверх у «Голшарка» есть все. И в межсезонье были сохранены все лидеры, плюс определенное усиление произошло. И, может быть, некоторых футболистов мы не очень хорошо знаем, но зато будет повод с ними получше познакомиться. В сегодняшнем матче и тот, и другой соперник может располагать достаточно большим таким набором замены, вариантов для изменения игры. У «Голшарк» на скамейке запасных, ну, в заявочный лист, точнее, в качестве запасных внесено 7 человек, включая Олега Пронина. Насколько я понимаю, он играть не будет, потому что не переодевался, и такой необходимости нет. Он будет руководить командой с Бровки.
У штурма 5 футболистов на замене, но отсутствует наставник Александр Николаев. В любом случае, еще раз скажу, что есть варианты для того, чтобы игру освежить и поддерживать высокий темп, и есть варианты для того, чтобы как-то игру видоизменять, тактику или стратегию, расстановку футболистов менять в зависимости от хода матча, от того, как игра будет развиваться. Обычно вот в наши эфиры попадают матчи команд из лидирующей группы, но периодически, и в этом году мы такую практику будем продолжать, интересное противостояние середняков и, может быть, даже часть подвальных дерби будем показывать, потому что во всех эшелонах Северной лиги происходит борьба. Каждый находит что-то свое. Может быть, здесь команды чуть уступают в мастерстве некоторым фаворитам чемпионата. Конечно, есть круто укомплектованные, вот такое словечко себе позволю, Интер, Гефест, ЦДК и так далее. Но здесь зато под час гораздо больше эмоций. Я бы не сказал, что вот прямо-таки любительского футбола в таком изначальном понимании этого слова сочетания, но, по крайней мере, футболисты, которые широкому кругу не так, может быть, хорошо известны, зато горят желанием себя проявлять и доказывать свою состоятельность. Ну что, 5 минут позади, даже уже больше. Голдшарк, в принципе, владеет инициативой. Штурм больше готовится играть на контратаках. Но пока о контратаках речи не идет. Васильев в штрафной. И забивает Роман Трофимкин первый гол. Открывает счет. Передает привет родным и близким. Ну и как-то все очень просто произошло. На левом фланге обороны штурма такой небольшой провал возник. Васильев удержался на ногах, надо ему отдать должное, несмотря на то, что пытались его сбить защитники. Ну и дальше с первым ударом Андрей Тихонов справился, но не с добиванием Романа Трофимкина, которого почему-то тоже никто не держал. Знаете, такой вот бывает момент, когда ну, как-то какая-то расконцентрация происходит, и защитники просто смотрят, чем закончится предыдущий эпизод. Мне кажется, что футболисты штурма в этот момент уже ожидали, что и первая фаза атаки завершится взятием ворот. Ну что ж, 1-0 в дебюте. Чем ответит Фиалковый? Пока игра в атаке совсем не получается, в обороне, но такие провалы. Опять сейчас по мысли хорошая передача была в направлении Ивана Симакова, но здесь слабовато. Слабовато этот пас Васильев исполнил, и поэтому мяч до 16 номера не дошел. Симаков ключевой фигурой в Голдшарк являлся в прошлом сезоне. В общем-то, наряду с Максимом Буровым вот эти два футболиста большую часть мячей забивали и самыми заметными фигурами в атаке, были самыми полезными игроками в атаке. Ну и Симаков еще и большой объем работы выполняет. Он, в общем-то, такой классический бокс-ту-бокс. Другое дело, что сейчас вот с этой расстановкой Даниил Горовых пониже располагается, поближе к защитнику, вот сейчас он с мячом, и этот футболист, возможно, часть оборонительных функций Симакова снимет, а тому, наверное, это и нужно. Футболист интересный, обладает хорошим пасом, хорошим ударом. Вообще такая светлая голова в организации игры. Хорошо видит поле, какие-то способен нестандартные ходы находить. У штурма тоже есть интересные футболисты, атакующие. Фланговые в первую очередь. Так, сейчас Трофимкин штрафной в центр передачи. И здесь успевает Налбандян вернуться. Вот, хотелось как раз про него сказать, что это один из двух атакующих полузащитников, на которых строится, на игре которых строится вообще вся, весь футбол штурма.
вместе с Андреем Кузнецовым. Он и скорость придает атаке, и умеет завершать. Ну и Максим Ильин, мастер, который может просто в завершающей стадии исполнить. Но все-таки у Штурма игра попроще, вот сама по себе, сама по своей структуре, больше на индивидуальных действиях футболистов завязано. И Штурму, конечно, важно сейчас плотность игры сохранять. Иначе, ну, пока этого не получается, и вы видите, сколько возможностей, сколько моментов, сколько ударов по воротам Андрея Тихонова сейчас желто-черные наносят. В прошлом сезоне в матчах этих команд борьба получилась только один раз, но в обоих случаях победителем Голшарк выходил из этого противостояния. Другое дело, что если в одном матче с минимальным преимуществом Акулы победили, то в другом, более результативном, преимущество было выражено тремя мячами, 5-2. Но Штурм, насколько я помню, тогда не в полноценном составе. Игру начинал, и пока там фиалковые разобрались, что к чему, уже пару-тройку мячей Голшарк сумел провести. Сегодня, вот видите, составы полные, составы оптимальные, но дебют лучше удался желто-черным, и преимущество такое достаточно важное получено, то что фактор пресловутый первого гола, быстрого гола, он значение имеет огромное. В этом случае соперник чуть-чуть вынужден отойти от первоначального плана на игру, может быть, чуть больше раскрываться. И мы в целом более результативный матч получаем. Первая замена. Симаков отдыхать отправляется. Вместо него Андрей Фандеев. Этот футболист под девятым номером выступает. Ну и раз уж замены у нас стали происходить, потихонечку представлю всех остальных футболистов, которые пока на поле не появлялись. У Голдшарк, кроме Фандеева, на скамейке сейчас сидят Александр Баскаков, Максим Радченко, Максим Бозин, Александр Костькин и Дмитрий Бутов. У Штурма Михаил Герцберг, Евгений Гречников, Максим Дзони, Егор Новиков и Алексей Шестов. Ну и видите вы здесь новые имена. К сожалению, вот то пополнение, которое произошло у Голдшарк в межсезонье, пока как-то характеризовать не получается. Футболисты, видно, что все обучены, все достаточно молодые, с мячом на «ты». И просто недостаточно пока информации для анализа, для того, чтобы каким-то образом понять их возможный вклад в игру своей новой команды. У Штурма, наоборот, практически нет изменений. Но вот Евгений Гречников, эта фигура на севере известная, футболист достаточно долго за «Протон» выступал, как и другие его нынешние партнеры по команде. Ну, правда, Александр Комаров и Максим Ильин поменьше Гречникова играли за красно-белых. В любом случае, вот этот переход достаточно знаковым получился для самого футболиста. Он как-то был у нас в студии программы «На бровке» и говорил, что хочет попробовать свои силы в высшем дивизионе. С «Протоном» это не получилось. И дело в том, что если в позапрошлом сезоне «Протон» достаточно близок был к тому, чтобы из первой лиги в высшую перейти, то в прошлом году уже нет. И здесь я не беру места, на которых команда финишировала, скорее по игре, скорее по возможностям, по тому, как чемпионат складывался. У «Протона» вообще кадровые проблемы определенные есть.
Про то, команда титулованная, двукратный чемпион Северной лиги. Но в последние годы, вы понимаете, в связи с какими обстоятельствами все сложнее и сложнее находить качественных игроков для усиления состава. Геннадий Зародыш все эти годы умудрялся находить где-то таланты, в том числе молодых игроков, но в условиях современной лиги, современного футбола, не только в ЛФЛ, да, вообще мирового футбола, молодые игроки, которые проявили себя и сверкнули в команде чуть менее статусной, сразу получают приглашение в другие клубы, и поэтому вот так надолго выстраивать состав, рассчитывать на этих игроков достаточно тяжело. Но в современной лиге при этом за один сезон, в свою очередь, достаточно трудно сразу решить задачу. И вот поэтому получается такой вот замкнутый круг. Вроде бы как только подбираются футболисты, и вот на следующий год-то можно было бы попробовать задачу выхода поставить, один или другой игрок уходит, ну а дальше все приходится начинать заново. В частности, так с Олегом Егорушкиным было. Футболист очень ярко в Протоне дебютировал, и потом такая стремительная карьера на повышение, беда молодежная, потом беда основная. Другое дело, что беда сейчас уже не та, сам Егорушкин пока не играет, зимой, наверное, он вернется, и если будет желание, продолжит играть в ЛФЛ. Но вот сама система, да, сам принцип, о котором я говорил, этот пример подтверждает. 15 минут позади. После гола Романа Трофимкина ничего на поле не меняется, разве что Штурм чуть-чуть игру от своих ворот отодвинул, уже поменьше Голдшарк бьет, чуть реже приближается к штрафной, но в целом игру контролирует. По владению мячом, я думаю, преимущество должно быть солидное, где-то как 2-1, наверное, можно его оценивать, ну то есть переводя в привычные процент, наверное, где-то 65-35. Что важно, команда играет с разными расстановками, с разным тактическим планом на этот матч. И Голдшарк одной из тех команд является, которая предпочитает два центральных защитника иметь на поле и активные фланги. Из топ-клубов так еще играет Нева, ну, играла в прошлом сезоне, как будет играть в этом, пока не совсем понятно, но если Акуненко продолжит руководить командой и свою вот эту схему прививать с учетом нового набора футболистов, то, я думаю, здесь изменений не предвидится. В основном по классической схеме в три защитника действуют все, и Штурм в том числе. Так вот, такая расстановка Голдшарк позволяет, по крайней мере, пока вот в первом тайме после примерно четверти игрового времени, сдерживать активные фланги соперника. И ни Кузнецова, ни Нулбандяна впереди мы не видим, а Ильин оказывается отрезанным от основных игровых действий, крайне редко получает мяч. Вот сейчас в его направлении шла передача, но очень здорово защитники сыграли на опережение, и тут же момент у Фандеева буквально в ответку приходит. Фандеев не сумел здесь разобраться с первого раза, там Тихонов выручил, второй удар уже не точен, и мяч мимо ворот прошел. Но опять же мы видим тенденцию. Самые яркие игроки Штурма играют на флангах, где все перекрыто. Нужно что-то менять, нужно заставлять их смещаться, для того, чтобы они могли использовать свои сильные стороны. Вот сейчас Нулбандяна в относительно свободном пространстве на фланге там раскачивал соперника финтами, прострелил, но выносит мяч Андрей Тутуев из штрафной. Нулбандян здесь жестко, но в пределах правил. И, кстати, на газоне 27-й номер Алексей Шестов оказался. Он
со скамейки игру начинал. Вот сейчас действует в центре поля. У Gold Shark впереди под 18 номером Дмитрий Бутов появился. Высокорослый, мощный нападающий. Совершенно другого типажа относительно Максима Бурова. Ну, не в плане, наверное, конституции тела. Тоже Буров высокий футболист. Но все-таки он предпочитает играть в отрыве, либо в штрафной площадке. Это игрок касания, скорее игрок завершения. Бутов пока олицетворяет такой тип таранного форварда. Но опять же, слишком мало времени на газоне, чтобы могли полную картину составить. Возможно, очень техничный футболист и в подыгрыш тоже хорош. Просто пока не получалось эти качества проявить. Но вот сейчас тут дриблинг затеял на бровке. Не совсем понятно зачем, потому что партнеры рядом были, и можно было атаку разворачивать и через защитников, и через другой фланг. И Александр Комаров там сыграл надежно. Еще замены. Налбандян, да, насколько я понял, ушел у Штурма. И вместо него Максим Дзоня, 99-й номер, на поле появился. Но Дзоня тоже мощный футболист, с хорошим ударом. Иногда мне казалось, вот в прошлом сезоне и даже в позапрошлом, что маловато у него игрового времени. Он, в общем-то, полезен, когда на поле. Другое дело, что тут тренерский штаб оценивает, кто и сколько должен играть, и какую функцию на поле выполнять. Кроме Дзони, на правом фланге обороны у Штурма появился Егор Новиков, известный тем, что всегда и всюду играет под 17 номером. Ну и других изменений я пока не вижу, если честно. Присмотрелся, Gold Shark, все те же футболисты, что и были на поле после выхода Фандеева и Бутова. Ну, чуть-чуть успокоилась игра, да, вот после гола как-то ждал я развития событий и проанонсировал, что обычно быстрый мяч забитый раскрывает игру и делает ее более результативной, но пока как раз не то чтобы голов, опасных моментов нет. 22-я минута идет, счет по-прежнему 1-0 в пользу Gold Shark. И сейчас такая тактическая борьба, замены, борьба за контроль, за инициативу, но не более того. По 35-м номерам Максим Бозин появился в центральной зоне у Акул. Он заменил Данила Горовых. Бозин, видите, обладатель такой достаточно мощной бороды. Я думаю, что через пару-тройку игр можно будет не называть его номер. Все будут и так понимать, про кого идет речь. Здесь нарушение было, да, потому что Кирилл Болдырев жестковато сыграл против футболиста Штурма, когда тот мяч прокидывал вперед на Андрея Кузнецова. И штрафной Максим Ильин у мяча. Здесь можно попробовать и через небольшую стенку. Кстати, один футболист все стоит, и можно в расчете на подставление простреливать. Ну, мне кажется, что-то среднее получилось, но ближе к второму варианту. Но в итоге первыми на мяче были защитники, поэтому по-настоящему чего-то такого опасного из этого штрафного Штурм не выжил. Здесь фол, Шестов опять на газоне, быстро будет разыгрывать Новиков. Да, играет с Ильиным. Новиков и сам себя загнал. Сейчас Фандеев против него. Новиков упустил за боковую. Владимир Коржевский в ситуации разобрался очень четко. Аут. Болдырев не бросает и правильно делает, потому что два центральных защитника и в случае,
какой-то непредвиденной потери можно получить выход на свои ворота. Оставляет мяч Максиму Радченко. 11 номер также начинал на скамейке. Сейчас на поле в позиции левого полузащитника вместо Романа Трофимкина. Дзоня. Видите, как тяжело штурм вперед проходит. Каждый метр отыгранный, как в американском футболе. В каждой фазе атаки по несколько метров. И дальше опять с большим трудом нужно прорваться, пытаться что-то создать впереди. Ну, по крайней мере, хоть как-то угрожать воротам Игоря Комолькова. А то мы и не узнаем, хороший это вратарь или нет. Конечно, интересно сравнить этого голкипера с Дмитрием Ребровым. Но тот, конечно, сейчас в ЛФЛ играть не может из-за контрактных обязательств. Наконец-то стал первым номером в команде второй лиги, в футбольном клубе «Долгопрудный». Дмитрий Ребров. Очень интересный, очень талантливый молодой вратарь. В прошлом сезоне за спиной нестареющего Александра Филимонова он в основном находился. Подал в заявки на матч, но не более. Вот в новом чемпионате ему доверяют, позволяют ему играть. И, конечно, в этой ситуации для молодого футболиста правильно расставить приоритеты именно так. ФЛ никуда не денется, в этой лиге можно будет поиграть и потом, а пока получается развивать свою профессиональную карьеру, лучше этим заниматься. Тем более пример Филимонова, с которым Ребров играл в одной команде, ну и играет, насколько я понимаю, Филимонов не отзаявлен еще Долгопрудным, то есть остается в большой игре. Ну а опыт это бесценный, и даже тренироваться с такими мастерами большая привилегия. Ну и большое удовольствие, наверное, в том числе. Ну а Комольков, что ж, новое лицо, и пока, хоть и не ставил штурм каких-то сверхзадач перед голкипером, действует достаточно уверенно, подсказывает партнерам, вот несколько раз ногами хорошо сыграл, помогая при розыгрыше. В общем, пока видна школа, но как себя проявит в дальнейшем, это вот одна из интриг, в том числе чемпионата. В прогнозе в своем предсезонном я Голшарка восьмерку поставил. Но вы же понимаете, что вот сейчас хороший сейф. Атака продолжается, Дзоня. И здесь Бузин блокирует прострел. Прекрасно понимаете, что ситуация кадровая в командах ЛФЛ меняется очень быстро. Во-первых, еще происходят определенные дозаявки. Здесь, конечно, впереди планеты всей Нева, которая просто между первым и вторым турами состав наполовину обновила. Потихонечку будут тренеры определяться с теми футболистами, которые составят костяк. Но в то же время достаточно футболистов дебютируют в Любительской футбольной лиге. И прогнозы какие-то можно делать, ну, только с очень малым, с малой степенью приближения. Тем интереснее наблюдать в итоге, насколько этот прогноз совпал с действительностью. Сейчас Голчарк неплохую атаку провел, у Бурова был момент потом. Во второй фазе еще и дальний удар по воротам Тихонова желто-черные произвели. Но до гола далековато. Портных здесь здорово сыграл. И тут же в подкате Фандеев. И это аут.
Минута до перерыва. У штурма Гречников вышел. Он в левой зоне атаки действует. Что заменил Кузнецова, значит. Таким образом, Гречников. Вот сейчас он штрафной, а если бы он не скидывал, попытался с разворота пробить, может быть, и поопаснее получилось. Гайнетдинов фолит, останавливая прорыв Бурова, и получает желтую карточку. Здесь очень здорово разобрался, опять же, Коржевский. Увидел, что никакого преимущества Голшарт не получает от того, что Максим Буров сохранил мяч. Наоборот, потерян темп, атака стала неперспективной, ушла во фланг. В общем, желтая карточка по делу. И под левую ногу Андрея Фандеева. Точка. Хороший удар, но там Комаров подставляет корпус. И защитники штурма в итоге в аут мяч выбивают. Еще один момент, и похоже, что тайм заканчивается у нас вот таким ударом Андрея Тутуева в небеса. Ни секунды не добавляет арбитр к первому тайму, наверное, и поводов не было. По большому счету, игра у нас шла без остановок, в достаточно неплохом темпе, но пока преимущество Gold Shark измеряется одним забитым мячом. Давайте отдыхать, друзья, и вернемся через пару минут в прямой эфир. Ну что ж, продолжаем прямой эфир, друзья. Матч третьего тура высшего дивизиона. Gold Shark штурм после первой половины 1-0 впереди. Акулы благодаря голу, который забил Роман Трофимкин на 7-й минуте. В целом, с преимуществом Gold Shark провел первую половину, но, пожалуй, только в первой части тайма это преимущество можно назвать подавляющим. Постепенно штурм справился с игрой соперника, чуть-чуть отодвинул ее от своих ворот. И даже, вот смотрите, уже создает ну, какое-то подобие своей атакующей игры. Гайнетдинов сейчас с мячом. Зайцев направо. Портных прострел. Гречникову пробить не позволили. И теперь Буров уже контратаку своей команды начинает. И здесь ничего не получилось. Болдырев направо, здесь Симаков, у него оперативный простор, в ближний угол удар. Тихонов коснулся мяча и будет угловой, но мне показалось, что вряд ли таким ударом можно было бы голкипера штурма застать врасплох. Иван Симаков в прошлом сезоне очень неплохо пару матчей за северную молодежку провел. Привлек себе внимание, сейчас привлекает внимание забитым мячом. Очередным за Голшарк. 2-0 на 33-й минуте. И опять с добивания, опять некоторая неразбериха. Остается игрок перед воротами неприкрытым. Позволяет защитнику ему спокойно подстроиться под отскочивший мяч и добить его в сетку. И вот в этом компоненте штурм уступает значительно Голшарк, потому и проигрывает. Здесь перехват, центр передача игровых, потом направо. И дальше вот сфальшивил Роман Трофимкин. Так и не получил. Здесь Кузнецов цепляется.
цепляется за мяч, но тяжело ему было на бровке его сохранить. Ильин, ну и все. На этом по-прежнему фиалковые очень стихийно свои атаки проводят. Получится у кого-то индивидуально на оперативный простор вырваться, получается ну что-то вроде опасного момента. Голшатка играет команда. Здесь гораздо больше контроля. Подготовительной стадии атаки, и потом вот удары, даже такие, они, в общем-то, наносятся из удобных позиций. Фол против Максима Ильина. В борьбе с ним защитник локоть выставил. Ну, штурм свою атаку начинает. Штурм одну игру провел, я сказал, что 3 на двоих. Это получилось, потому что матч штурма с Азимутом был перенесен, поэтому фиалковые, не штурма с Азимутом, да, с Гефестом перенесен, поэтому фиалковые в первом туре сыграли в ничью с Бедой. Это не должно казаться какой-то сенсацией, потому что о проблемах Беды уже сказано. И в первых турах там кадровая ситуация вообще тяжелая была. Сейчас она потихонечку выправляется, но далека до идеала по-прежнему. И одно очко, в общем-то, ну это такой вполне себе неплохой задел. Я не думаю, что штурм грезит попаданием в первую восьмерку. Он может попытаться где-то рядом быть и при удачном раскладе даже побороться за это место, но соперники уж больно серьезные, которые наверняка эти задачи ставят перед собой. Тот же Gold Shark, есть APC, который вообще с трех побед чемпионат начал. Есть Энергомаш. Команда хоть и проиграла две игры из трех, в обоих случаях ну такое приятное впечатление производило. Если с APC это старые счеты еще по первому дивизиону и по всем остальным турнирам, и APC сильнее оказался, но один мяч все решил в итоге, то вот сегодняшнее поражение Энергомаша от Гефеста, оно даже, наверное, в плюс может команде пойти. За 10 минут до конца счет был 3-3. Причем Гефест, ведя 3-1, позволил сопернику отыграться. И Энергомаш действительно в начале второго тайма был очень хорош. Ну а в конце все решило индивидуальное мастерство. Более классные футболисты у Гефеста, это понятно. Александр Масленников сделал хет-трик. Радик Умяров два сумасшедших гола сегодня забил. И в том числе четвертый победный. Поэтому я не стал бы прямо сейчас Энергомаш вот как-то одной линеечкой с Гефестом мерить. Но по сравнению с конкурентами, с тем же штурмом Gold Shark, команда набирает обороты и действительно выглядит неплохо. К тому же Эдуард Славинский сказал, что пятерых игроков основного состава сегодня не было. Я не знаю, кого он имел в виду под игроками основного состава. Ну, потому что Александра Дурмидонтова, например, сегодня не было. Он ключевая фигура в атаке. Среди других, пожалуй, все лидеры как раз-таки были. Но, может быть, вот что-то от моего взгляда и укрылось. Так вот, помимо этих команд, в эту же категорию попадает теперь Азимут, который плохо начал чемпионат, но, в принципе, у команды кадровый ресурс есть. И тут можно, момент сейчас у Трофимкина, выручая Тихона в свою команду. Продолжая про Азимут. Мне кажется, что по составу команда должна в восьмерке быть все-таки, хотя вот эти потери стартовые... Ну, в итоге очков может не хватить, да, и нужно будет цеплять кого-то из лидеров, из более серьезных клубов. Я не уверен, что сейчас возьмут в том состоянии. В прошлом году это удавалось. Помним мы успех Азимута, например, в противостоянии с Терминатором, да, победа и ничья.
с Динамо хорошие матчи выдавали. Ну, в общем, были сильные игры. У Интера Азимут выигрывал. В этом году не знаю. Пока не кажется мне, что на регулярной основе Азимут способен в этих матчах очки набирать. Но с прямыми конкурентами разбираться должен. В общем, 5-6, может быть, даже 7 команд, которые, в принципе, конкуренцию Штурму и Голдшарк составят. Поэтому, если Штурм такую задачу и не ставит для себя, то опыт колоссальной борьбы даже не за выживание, а борьбы за то, чтобы не бороться за выживание, вот такую конструкцию, да, давайте применим, команде должен позволить заранее и с запасом себе прописку в высшем дивизионе сохранить. Понятно, что после Нового года все начнется заново, очки сгорят. 7 другая история начнется, но все равно даже вот в этих матчах, в принципе, понятен игровой запас. Но Штурму надо прибавлять в атакующей игре. 10 минут во втором тайме сыграно. Голдшарк пока выигрывает по делу, не включая, не показывая чего-то сверхъестественного. Очень буднично и очень, знаете, с чувством, с осознанием собственной силы команда сейчас играет. На левом фланге мяч. Вот уже и в центре Горовых, Симаков, здесь стеночка, и дальше Зайцев играет в отборе, причем выбивает мяч у Ивана Симакова, и так бежит водить из-за боковой, как будто Штурм должен сохранить владение. Не назвал я в начале второго тайма составы, давайте сейчас это сделаю, тем более, что появились футболисты, которые в первой половине не играли. У Голдшарк в воротах Игорь Камоликов, два центральных защитника, они бессменны в сегодняшней игре. Андрей Тутуев и Кирилл Болдырев, в опорной зоне Даниил Горовых, на флангах Роман Трофимкин и Егор Васильев. А, кстати, вот смотрю, нет, Максим Радченко, не Васильев. Так что не точно такой состав, с которым Олег Пронин начинал игру. Ну и в атаке Иван Симаков и Максим Буров. У Штурма Андрей Тихонов в воротах, в центре обороны Александр Комаров. Вот сейчас он неточную передачу делает на партнера. Контратака 4 в 2. Будет она завершена ударом Симакова, 3-0. И очень здорово, очень тонко Даниил Горовых сыграл в этой ситуации. Он в центральной зоне находился, и ему, в общем-то, бить было достаточно удобно, но он предпочел еще улучшить ситуацию и действительно ее улучшил. Хотя часто бывает заигрываются футболисты в эту ситуацию, но тут вот как раз все как по нотам было разыграно. Симаков не промахивается, оформляет дубль в течение 8 минут. И увеличивает преимущество своей команды до 3 мячей. Итак, продолжу называть вам состав Штурма. Ну, тут еще один момент. На этот раз Радченко в дальний угол пробил в штангу мяч. Уткнулся. И сопровождал его всю дорогу Николай Портных, а в итоге Радченко все равно пробил и момент голевым вышел. В общем, что-то не ладится совсем у Штурма игра. Ну вот, мяч вперед перевели, Ильин штрафной, и не точно. Радченко, еще одна передача на Бурова, тот мимо Тихонова прокинул, но, по-моему, голкипер мяч зацепил, и поэтому сил удара не хватило. Трофимкин направо, Буров, подача, Фандеев бил головой, в итоге Тихонов очень далеко из ворот вышел и не сыграл на перехвате, а отразил уже непосредственно удар.
Как мне кажется, не совсем правильно голкипер сыграл, но в данном случае вышел победителем ситуации. Тут же момент у Ильина после передачи Александра Комарова 3-1. Очень неплохо все исполнено. С полулета пробил Максим Ильин. Красивый гол и такая небольшая надежда для штурма. Небольшая надежда в том смысле, что преимущество Голшак все еще достаточно велико, но гол практически через 2 минуты один штурм отыграл, и как бы мы вернулись на исходную позицию, на позицию там, 34-й минуты после того, как Симаков первый свой мяч забил и сделал счет 2-0. Фандееву досталось, но атака Голшарк продолжается. Поэтому свистка нет. Трофимкин впереди вариантов не видит и назад. Отыгрывает на Камоликова. Так вот, давайте все-таки футболистов представлю, потому что, ну, как иначе, игра идет, а героев своих мы не знаем. Итак, слева Гайнединов. Сейчас теперь он ошибается в передаче. В центре Комаров, я уже говорил. Справа играл Николай Портных. Теперь уже вышел Егор Новиков. В опорной зоне в центре поля Артем Зайцев. На левом фланге Андрей Кузнецов. На правом Михаил Герцберг. Он в первом тайме не играл, поэтому скажу, что его номер 13. И Максим Ильин, автор 11-го забитого мяча штурма. И бессменный в этой игре нападающий на острие. Два хороших удара, два великолепных сейва Тихонова после выстрелов Тутуева и Горовых. Голшар зарабатывает право на угловой. Розыгрыш Фандееву. Мяч достаточно удобно покатили, пробить он не смог, одна нога другой помешала, и дальше штурм выходит со своей половины, Ильин фол зарабатывает, и его партнеры так не спеша новую атаку начинают. Гайнединов направо играет, Новиков поперек, Гайнединов, Ильин на левом фланге, здесь есть определенный простор оперативный, он входит в штрафную, тут его встречает и... Уткнувшись в защитника, Ильин выжимает из этого эпизода угловой. Сам же будет подавать. Ну а кто может сыграть головой? Вот Алексей Шестов сейчас на поле появился. Я не знаю, специально под эту угловую или это просто запланированное время для замены. Ну и сейчас, я думаю, должен Эдуард Нулбандян также выйти. Может быть, Максим Дзонин. Гайнединов штрафной принимает мяч. Под удар ставит. И пенальти назначает Владимир Коржевский. Андрей Фандеев придержал сейчас Алексея Шестого. Вот, пожалуйста, как угадал с заменой тренерский штаб штурма. Футболист... только-только появился на поле и сразу в нужной точке оказался. Подставился под фол. Максим Ильин будет исполнять пенальти. И за 13 минут до конца у нас игра может по другому сценарию пойти. Блестящий гол. Ну, красивее сложно пенальти исполнить. Подсек мяч Максим Ильин. В течение 4 минут он дубль оформляет. Еще быстрее, чем Симаков. У нас вообще тур дублей достаточно много. Таких результативных запоминающихся действий футболисты производят. Два мяча вот Александр Гамбердиев забил. Два мяча сегодня Иван Логинов забил. Ну и в этой игре два Симаков, два Ильин теперь.
Может быть, и забыл кого-то. Вот сейчас так вспоминаю. Ну, Радик Умяров 2 забил еще, и Александр Масленников 3. Так что с этой точки зрения он в лидер. А Василий Милентьев 2 гола тоже в составе APC. Такой вот тренд. Ну и раз уж об этом речь зашла, проанонсирую еще одну трансляцию. Сразу после окончания этого матча в прямом эфире увидите сражение Пресни и Легиона. И вот там вполне вероятно дубль тоже будет. Пока штрафной выполняет Горовых, и замена у Голдшарк планируется. Фандеев поле покидает, чуть прихрамывая. Антигерой предыдущего эпизода, вместо него Симаков. И также Трофимкин вместо Радченко, да, по-моему. Все верно, разобрались. Смотрим футбол дальше. Чуть больше 10 минут. 3-2. Теперь по-настоящему возродилась интрига. Потому что когда еще стал 3-0 за сколько? За 17 минут до конца. И показалось, что уже совсем доигрывать команды будут. Ну, вот Штурм, смотрите, нашел себе силы. А теперь все лучшие атакующие игроки на поле. Но Бандян. Гнединов, Ильин, Албандян. Нет, здесь нужно принимать эту передачу было. И расстроился Максим Ильин. Говорят, хороший пас не пропадает. Так что варианта два. Либо пас был не очень хороший, либо все-таки пропадает. Шестов. Мяч пробрасывает. И еще одна передача. Ильин против Тутуева. Чуть-чуть неудобно было. Пришлось даже в подкат пойти. Но в итоге защитник Голдшарк сумел мяч из своей штрафной вывести. Аут в пользу Штурма. Но если бы чуть-чуть поточнее был пас, два в одного вываливались. Футболисты в фиолетовых футболках. И момент был бы голевым. Портных на левой бровке теперь действует. Сейчас он бросает сильно мяч в штрафную. Здесь Камоликов надежно играет. Небольшая положенная пауза. И рукой бросает на Максима Бурова. Но там Новиков внимательно. Кузнецов поперек. Шестов. Портных. Голдшарк теперь всем составом обороняется. Даже Максим Буров тут перекрывает направление передач. А Васильев, вот, смотрите, просто вперед. Это уже такой хоккейный вариант. Проброс и новая атака Штурма. Долбандян. Большой техники мастер, очень интересный футболист, с хорошим ударом, но иногда заигрывается, иногда выпадает из игры. Буров выигрывает борьбу у Комарова и не реализует выход 1-1, бьет куда-то в забор, намного правее дальнего угла. Штурм сейчас должен рисковать. Поэтому провалы такие неизбежны. Но, смотря на что разменивают эти эпизоды фиалковые. Если будет получаться в атаке, это один разговор. А если просто галтело побежать вперед и напороться на 2-3 контры, это уже совершенно авантюрно. Трофимкин, передача в штрафную, здесь здорово Тихонов играет, кулаками мяч выбивает, Ильин, и Тутуев у него мяч выбивает из-под ноги, но на угловой. Так что Штурм, может быть, даже больше выжил, чем изначально планировал. Шестов, а пробить, бьет здесь
не очень сильный удар получился. И прямо в руки Камолькову, который позицию верную занял. Партнех. Ищет варианты. Ильин. Ставит корпус, но Боллер все-таки мяч выбивает. И здесь Комарову приходится уже в аут играть. 6,5 минут еще. Достаточно много времени у соперников для того, чтобы изменить счет. Кузнецов. Вот у него зона есть свободная. Тутуев против него, но Тутуев, мне кажется, в скорости уступит. Правда, Кузнецов решил перевести мяч. Здесь Ильин. А пробить. Убрал мяч под себя. Поставил удар ближний угол. Это хет-трик. 3-3. Блестяще играет Максим Ильин. И во втором тайме в одиночку вытаскивает штурм. Спасает от поражения. Ну вот на данную минуту так. Ну и совершенно атомные 5 минут последних мы получаем с вами. На 3 результата пойдет игра. И непонятно теперь, у кого даже больше шансов в этой концовке. Голшарк вроде бы поинтереснее по цель не смотрелся, но сейчас психологическое преимущество за штурмом. 3 мяча в течение 11 минут забила команда. Счет 0-3 превратился в ничейный результат. Тут главное не увлечься чрезмерно атакующими действиями. И, может быть, даже удержать синицу в руках. Но Бадян уходит. Дзоня возвращается на поле. Но в атаке пока Голдшарк. Буров не зацепился, но Новиков выбивает мяч в аут. Трофимкина за боковой. В центр передачи на Симакова. Нет, здесь Шестов дорабатывает и страхует Александра Комарова. Вот интересно, конечно, какой гол Максима Ильина красивее. Он и пенальти толково исполнил, из полулета классно пробил. И сейчас в ближнюю девятку мяч уложил совершенно сумасшедшим образом. Возможно, лавры Артема Варакина не дают покоя. Ну, а вы, друзья, кстати, можете свое мнение оставлять в комментариях на всех доступных площадках, на канале YouTube, ну и в соответствующих темах других социальных сетей, в которых эта игра ретранслируется. Кузнецов сейчас здорово сыграл в отборе и потом оступился в центре поля. Это та точка, в которой все постоянно оступаются почему-то. То есть, атака в ответ получилась. Трофимкин ее завершал. И еще одна контр-атака получается. Но здесь Ильин не посмотрел, что Кузнецов уже в центр сместился с левой бровки. И отдал передачу. Передачу в прошлое, я это так называю. Туда, где 11 номер был 20 секунд назад. Или 10. Гнединов на концовку вышел на позицию правого защитника вместо Егора Новикова. И у Голдшарк появился Дмитрий Бутов. Так что атакующая линия сейчас выглядит так. Буров, Бутов, Симаков, Трофимкин. И кто там еще? Игровых. Ну и два защитника, Болдырев, Тутуев. Шестов-то как здорово вышел сегодня. И в первом тайме он такое приятное впечатление производил. И во втором. Ну, ключевая сейчас фигура в центре поля. Ну, правда, ошибается в передаче, но одну ошибку журить не будем. Сам принцип
сумел связать игру и таким образом что он получил возможность вообще в принципе атаковать. Ну и не говоря о том, что заработал пенальти. Буров выжили его к центру поля. Он назад играет на Болдырева. Камоликов выносит мяч вперед. Здесь все надежно. Симаков. Трофимкин. Дзоня. Буров и угловой. Угловой все-таки зарабатывает Голдшарк. Хороший шанс. Розыгрыш уже не получится. Симакову прикрыли, но Трофимкин будет подавать. И подает на Симакова! Блестящий гол! Еще один хет-трик и еще один великолепный удар с лета. Сегодня Радик Умяров в похожем стиле забил. Максим Ильин с полулета. И вот Симаков, но гол ценен тем, что он был забит за полминуты до истечения основного времени матча. Судя по всему, Иван Симаков приносит своей команде победу вот таким шикарным ударом. Но у штурма остается еще право последней атаки. Сумасшедшая драматическая развязка. Ну и вполне себе голливудский сценарий. Одна команда отыгрывается с 0-3, но другая, превозмогая себя, в конце вырывает победу. Шестов, нет, уходит вместе с мячом за боковую. Уже несколько секунд переиграли. Кузнецов. Последняя, наверное, атака штурма. Болдырев выбивает в аут. Портных будет бросать штрафную. Нет, разыгрывает через шестого. Штоф обыгрывает Бурова. Здесь выбираться нужно из этого угла. Угловой. Теперь шанс штурма. Николай Портных подает корнер. Сильно бьет, попадает в Бурова. Еще один угловой. Камоликов ловит, выбивает в сторону ворот и не попадает в пустые. Мяч ударился даже не по перекладине, а по стойке, которая натягивает сетку, но после этого звучит финальный свисток. 4-3, отличный футбол мы с вами посмотрели. Голдшарк вырвал победу на последних секундах у штурма. 7 забитых мячей, один красивее другого. Друзья, вот такая у нас Северная Лига и вот такой чемпионат. Я с вами прощаюсь. Для вас работал Кирилл Разумовский, но призываю вас оставаться в прямом эфире. Через несколько минут еще один матч, еще одна прямая трансляция, и для вас будет работать Никита Лаврентьев.